подстрелили не в первый раз. Да, это понятно, я так. Приветствую вас на канале Asmodee Play. Итак, мы играем Хомельсдорф. Не думаю, я правильно прочитал название. По крайней мере, сказать это точно, наверное, надеюсь. Это оружие, которое обещал нам Бун. Джейкобс, бери, что тебе нравится. Вот мы это. Подождем снаружи. Пулемет хочу, что тут еще думать-то? О, на 200 патронов еще. Так. А здесь мы можем заменить на еще один пулемет. Или... Да и бог с ним. Итак, вы же на канале Asmodee Play, поэтому не робеем. Берем и воюем. Вместе со мной. Давай, разум зовет. Детская площадка. Теперь ясно. Мы почти на месте. Трудовой лагерь в конце следующей улицы. Безумцам нет. Слабо. Пути назад. Шум, снимем пару часовых и заставим остальных выйти. Так, а как мне взять? После чего пройдем через черный. Вот так. Читаем на паузе. Поэтому. Ай-я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 й. А вы меня ждете, ребятушки? Давайте, мужики. Ой. Это типа слабая охрана? Действуем по плану. Ну ни хрена себе. Сказал я себе. Готовимся. 3, 2. Пошли, сбрасывай! Ложись, ты не бессмертный, Джейкобс! Где вы? Ни хрена себе! Вот у вас и шуточки. Молодец! Дозорные башни, все в укрытие! Живо на улицу! Под обстрелом! Спокойно. Это все, что ты можешь, Ким? Ну давай! Где надо там? Обойти ее и занять позицию выше. Спокойно, ты-то куда? Вот так! Я все-таки думал, мне показалось. Я под огнем! Оказалось, не казалось. Мне нужна помощь! Надо обойти ее! Тихо. В лоб не получится, надо найти обход. Да найдем, неси. Джейкобс, назад! Окно на втором этаже. Можно обойти ее через задний двор. Давай. Так, я как понял, я один сюда, здесь буду воевать. За домом есть переулок. Вот так. Готов! Вот. Вали его. Так, а я сюда, да? Тихо, тихо. Один за всех. И все на одного. Так, перезарядимся. Блин, вот отгадайте, под чё я играю нынче? Под группу Grand Courage. Безумцам нет пути назад. Так. Что-то мелькнуло. Ну, думаешь, собрать, что ли? Дома вверх по лестнице. Оттуда мы ее взорвем. Тихо, тихо. Дурачок тут один. Уничтожить. Ага, сетка стоит. Стоять. Что здесь? Понятненько. Давай на второй этаж. Оттуда, да, уничтожать надо? Я
вверх по лестнице. Оттуда мы ее взорвем. А почему я ее не могу уничтожить? Я прям под нее закинул, точно знаю. Или что, надо контролировать, смотреть обязательно. Это их насторожило. Идите к туннелю. Когда они придут в себя, нас тут быть не должно. Идите к туннелю. Падла. Ну-ка, давай вот этот пулемет. Суки. Здесь гранаты-то хоть видайте мне, обратно-то. За что вы так со мной? Ну, открывай дверь. Сюда. Давай, давай, давай. О! Я последний, да? Мне сейчас что-нибудь прилетит там в голову. Погоди секунду. Похоже, план сработал. Они выслали отряд реагирования. Ненавижу это место. Эти люди раньше были докторами и юристами, а теперь вкалывают на сланцевых шахтах. Последний раз я тут видел своего дантиста. На берегу должно быть чисто. Я думал, ты зубы последний раз здесь свои видел. Дантиста. Итак. Всегда выбирайте, наверное, пулемет. Винтовки не берет, нужно действовать скрытно. Иди ты нахрен! Бродяга! Обойдемся пистолетами. Иди ты нахрен! Чем скорее мы отыщем Арни, тем скорее свалим отсюда. Я только похвалил. Сосредотачивайтесь и начинайте. Только похвалил. Сучара, ты что делаешь? Ты подозреваешь мой авторитет. Че ты тут лепишь? Мне нужен тип по имени Арни. Черт, Арни там, сзади, у лесов, через улицу. Пойдем. Если вас поймаю, я вас не знаю. Мы тебя тоже. Все. Adios, amigos. Ganas собой самый мучас. Что означает, ко мне приходить опасно. Так, у лесов. Так, там я не перелезу, вот здесь вот, значит, вход. Ну давайте, чё вы как штаны насрали? Там по-любому где-то новости есть, газеты. Америка по-корейски, Джек, как тебе? Похоже на процветание? Ну да, есть что-то свое такое, этакое. Вы же из сопротивления, да? Да. Выложили. Что? Ничего, сэр, не обращайте внимания на этого придурка. Нам не нужны неприятности. Вот тот уже. Открывай ворота. Заходи. Welcome to hell. Ты давай тоже оборвайся. Это корейское дерьмо. Я американец. Я родился в Окленде, ублюдок. Мне насрать, откуда ты. От вас всегда одни неприятности. Рот закрой. Можно подумать, я у тебя похлебку забираю. Пацан, не ссы. Мистер. Мистер, у вас есть что-нибудь поесть? Есть. Как есть хочется. Отвали, у меня есть, а у тебя? Пожалуйста, ну хоть что-нибудь. Нет у меня еды. А теперь отвали. Вот он нас заложит. Ты его не покорми, он нас заложит. Здравствуй. Вам сюда нельзя. Рот закрой, пусти меня. Дерьмо ты, вот ты кто. Ах ты. Отвали. Сучара. Ну-ка. Хрена к нему врыло. Мне нужен тип по имени Арни. Первый раз слышу про такого. Отвали. Ух ты, я прав. Хватит заливать. Покажи ему это и скажи, что мы от Буна. Коннор, успокойся. Я прав оказался. Вот так. Где Бун? Думал, ты я должен был. И кто этот новичок? Планы изменились. Ну что, сможешь провести нас на склад? А, ну знаете ли, здание администрации. Нет, нам нужно попасть туда, где стоят автобусы. Где-то рядом с ними хранятся маячки. Ладно, ладно, я вас проведу. Только не отставайте, делать все, что я скажу, ясно? За мной. Давай.
Что ты скажешь? Ты уверен, что можешь вытащить мою семью отсюда? Сопротивление не забывает друзей. Надеюсь, у меня дочка подрастает. Что это за бумаги, буклеты? Научи ее стрелять. Женщинам тоже есть за что сражаться. Вон газетка. Нет, уж есть. Давайте возьму для вас ее. Раз уж я ее увидел. Для вас. Читаем на паузе. Так. Так. Великая Корейская Республика расширяется. Да. Только вот. Как. Это что как еще она такое? Расширяется. Комната ожидания автобусов, но чтобы было где дождаться своей смены на шахте. Их тут маньяками прямо такие выставляют. Тебе не нужен ключ? Не парься, я обо всем позаботился. В конце концов, для чего еще нужен инсайдер? Ну-ка давай-ка. Человек кидалово. Не с места! Да, я так и знал. Я же говорил. Мы бы тебе помогли. Смиритесь, корейцы победили. Все кончено. Для тебя все кончено. Дебил. Да. Вот действительно. Продажный. Будь готов умереть, когда продался. А мне почему не дали автомат? Мы окружены! Скорее вверх, на лестницу! Бегите! Да я бегу! Не стреляют! Нас прижали, нужно убрать пулеметчиков! Спокойно! Да тихо вы. Мне тут и так насували он. Пулеметчики на первом этаже. По самые помидоры. Мою позицию обстреливают. Сидите там такие бедные прямо такие. Тихо. Дай-ка я его прибью. По мне стреляют! Пикнойте! Все, по мне стреляют! Перезаряжаю! Еще нам пойдет! Чонгина! Пулеметчики на первом этаже! Так. Вау-вау-вау-вау! Вот так! Меня, на. Так, сойдет. Так, это мне что, могу поменять, нет? Давай посмотрим, какое оружие мне дадут сейчас. Зачистите дом. Ну же, маяки должны быть внутри. Так, должны, значит, есть они там. Я вот тебе верю. Ублюдок Арми, я сразу учуял, что он гнилой тип. Да я тоже учую. Но это же ваш кореш. Текс. Ага, это ты. А я по тебе хотел огонь открыть. Ой. Меняем вот эту пуколку на пулемет, естественно. Мы нашли маяки. Все. Тогда давай убираться отсюда. Риана, они у нас. Встретимся под эстакадой. Я иду. Вон отдыхает. Ему надо восстановиться. Прекрасно. Мы сбежим через бейсбольное поле и пройдем через канализацию на улице Вязов. Давай. На улице Вязов? Близко. Не потеряй маячки, Джейкобс. Эти цистерны с топливом не задержатся в городе дольше, чем на пару часов. По канализации-то. До того, как они покинут Монтроса, потом догнать их на вертолете. По дерьму бегать приходится из-за вас.
Ага. Ты еще скажи за свое место. Совсем рядом. Пойдемте дальше. Пойдемте. Читаем на паузе. Северная Корея запускает в космос первую партию GPS-спутников нового поколения. Ну, вот сначала под прикрытием мирных целей они вот захреначили все это дело. О, господи, что же это такое? Нам стоит отойти назад. Что-то я поднял, что ли, или что? Их сбросили в яму просто как мусор. Сколько же их тут лежит? Ой-ой-ой-ой-ой. Подонки. Ну, хорош базарить. Блюдки. Дозорный, прячьте за сиденьями. Вау. А нам нужно убрать дозорных. Вы убиваете нас без разбору. Мы должны обогнуть поле. Подберись поближе к башне, да, чтобы можно было бросить гранату. Чтобы вот так нас резать. А как подберись ближе к башне-то? Но вы за все хрен там, с этой стороны не получится. Придется вот так вот постепенно, потихонечку, полигонечку. Прикройте меня! Перебегаю! Так мы все перебегаем. Где? Давай. Опа. Кто орёт? Ни хрена себе! Ага. 10 раз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какие ж вы дурачки-то. Да заткнись. Хреново. Я по нескольким направлениям сразу стрелять не могу. Прячься от башен за автобусами! Так. Срака там. Меняю точку. А гранат. Гранат-то мне не дали. Ой, ты тут наименьший из проблем. Готов! Конечно. Заходи за угол, готовь гранату! Есть! Где ты? Ну давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Ну вот, все мертвы. Теперь ты доволен? Теперь я доволен. Да, доволен. Газетку подобрать здесь? А что, я-то смотрю. Что тут скажешь? Ай-яй-яй. Что ты делаешь? Они нас заметили. Что нам теперь делать? А что я сделал-то? Церемония переименования. Что я сделал-то? Ты должен это видеть. Смотри, как следует. Ну что ж, боже, посмотрим в следующей серии. А сейчас...